Итак, всем прям и доброго времени суток, это канал Лэйзи. Дмитрий, или не я? Если уж тебя каким-то чем сюда занесло, то поставь лайк, дизлайк, напиши что-нибудь в комментариях. На канал подпишись, видео до конца досмотри. В общем, поучаствовать тебе не сложно, а мне приятно, а мне поддержка, а мне мотивация. В общем, счастлив я и доволен. Ну что, зомби-дерби. Давно уж я купил эту хрень, на самом деле, чувак, валял в стиме. Надо поиграть, блин, что-то веселое, судя по всему. Вот, под бодрую такую музыку. Айда, поехали. Обучение, окей. Небольшой знакомительный уровень. Гоу. Так. В или стрелку вверх, чтобы ехать... Нажал. Ага. Ой. Уничтожай зомби и препятствия. Жми на пробел, чтобы стрелять. Обучение. Для прохождения сложных участков использую ускорение. Зажимай левый Shift или кнопку N. А. Чтоб положение тачки. Больно. А, вон чё. Понятно. Так это что? Угу. Это понятно. А, то есть это вверх-вниз, да? Супер комбо. Не совсем понятно. Датчик топлива. Ага, понял. Ух ты. Ах ты, сучка. Супер комбо. Ой, а чё у меня? Я чуть-чуть не долетел, что ли? А, блин. Или долетел. А, mission complete. Ты потерял... Ага. Ага. Так. Дайте уровень первый. Чё это? А. Поехали. А, понятно. То есть это было... А, даже то... Понял. Ну, в любом случае, вот, видимо, вот это. Установи что-то. Давай, что-то установим. Подожди. Да, хорошо. Так, колеса. Сейчас, с дорогой проще ехать в гору. Оружие позволяет зомби препятствия. А, у меня его еще даже нету. Нитро-1 позволяет существенно ускориться в сложных участках. Так. Давайте вот это для начала поставим. Будет. Это сколько стоит? 60. И это... Ага, 60. Это 180, видимо. Ага, вот это 80. Все. Ну, поехали, что? Если упасть на крышку, тащи взорвется. Хорошо. Нитры у меня нет, получается, сейчас, да? Я сейчас их тупо вдавлю, ясно. Ну, то есть, да, как бы, пока что у меня ничего нет. Как говорится, чисто едешь, денежки зарабатываешь. Ну правильно, что я колеса взял. Потому что нитро бы особо не хватило. Топливо на исходе. Топливо кончилось. Получим достижение первые шаги. Хорошо. Так, у меня 155 баксов. Ну, видимо... Ага. 187, простите. Берем. Так, дальше. Топливо. Берем. Да, вот так вот. Пока что так. Ну, а что ж поделать. Будем-будем проходить. Не нравится? Жалко только... Подождите, а как ты тут... А, тут нет, так нельзя, да? Ну, ладно. Я хотел посмотреть, может, можно как-то отдалить немножко видео. Ну, дальности. Так, я бы не посмотрел. Понял. На время не посмотрел, просто когда начал. Что слишком долго, а то... Меня такие игры очень сильно привлекают. Я могу... Как вы это сказать... Увлечься. Ух ты, какой-то горящий зомбак был. Было написано, что лучше всего приземляться на все, так сказать, лапы. Вот. Да, вот для таких мест мне и нужно
нужны были колеса. А, все, да? Да, все. Ах ты ж. Все, приехали. Что это такое? Так, берем. 89 осталось. Я же пока ее еще не прошел, да? У меня есть 20 выстрелов. Ага. Ага, окей, ладно. Уху! Бонус со стиль. Видимо, ящики не считаются чем-то опасным. Хорошо. Вау! Ай, красота! Там, бдыщ! Давай! Ну, какой здоровый! И сколько я проехал? Соточка. Хорошо, ладно. Что у нас там по деньгам? Так, ага. Берем. Так, и сотня. А что это такое? А, просто больше патрон, видимо, да? Давайте пока не будем тратить. Пока не будем. Пока что тратиться не будем. Будем чисто, так сказать, на проходимость брать плюшки. Со стиль. Хорошо. Бам. Let's go on. Бонус со стиль. Пока что не совсем понятно, честно говоря. Ну, то есть, как бы, топливо вроде набрал, проехал. Ай! А, не норм, хорошо. Без, тут без нитры пока. А мне что? А, стрелять нельзя, что ли? Ну, ладно, хоть так. Угу. А, я даже что, меньше, что ли, проехал? Или что? Чуть непонятная отметочка такая. 413. Ой. Угу. Не, наклейки мы пока трогать не будем. Идите нафиг. Так, все. Это на максимум. Это что такое? Вон чё. Угу. Тогда ладно, подождите. Поехали. Вон оно чего. Ясно. То есть эта штука уменьшает... Видимо, то, что я торможусь. Бонус со стиль. Ясно. То есть можно не тратить, например, пулемет. Ящики почему-то не считаются за что-то такое опасное. Давай! Есть! Да, видите, зомби очень сильно тормозят на подъеме особенно. Все ж таки. Ага, опасность. Оба. Ну, довольно далеко проехали, я хочу сказать. Да? Патроны кончились. Да ладно, без нитры прошел. Ты не экономишь топливо в полете. В воздухе необходимо. Окей, ладно, хорошо. Понял. Ладно, запомнил. Вот, спасибо, что сказали. Берем. Оба!
и 357. Ху-ху-ху! Почти максимум. Уничтожая птиц. А вы тоже это видели, да? Понял. Значит, накатом идти, да? Предлагаете. Но чисто визуально создается впечатление, что он тормозит, когда я отпускаю. Размазал. Серьезно? Прикольно. А что такое? Слишком медленно. Размазал. А, вон что, то есть нитр тоже как бы считает. А, это интересно. Почти, да. Интересно, интересно. То есть нитр как бы идет как дополнительная усиляшечка, да? Хм. Что, будем что-нибудь? Вот. Зомби 666. Блин, посмотреть нельзя как бы с... Ну сейчас, ладно, поглядим. Поехали. Почти, почти. Еще, конечно, подизучить, так сказать, эти моменты. Как лучше. Насчет уничтожения птиц, это, конечно, тоже интересная тема. Есть! Ах, класс. В смысле? Прошел же прогресс, да? Класс, хорошо. Mission completion. Случайный. Экстрим. Хэллоуин, чего? Прикольно. А в смысле случайный? Давайте экстрим попробуем. Чего бы нет, в конце концов. Так. И у меня уже доступно, да? Блин. Давайте все-таки
Поехали. Посмотрим, что это за экстремальный уровень. Понял. Бонус за стиль. Супер комбо. Размазал. Бонус за стиль. Ах ты ж, у меня патроны кончились. Не сразу понял. Ну понятно, экстрим это чисто для, видимо, для набора опыта. Пошли вон. Давай, 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 давай. Зарабатываем деньги. Пошли вон с дороги. Ах ты, собак такая, а? Пофигу. Едем, сколько можем, до упора. Ах ты ж, ну ладно. Сельский тюнинг. Получен достижение. Ясно. А, ты смотри, 91-64, я почти прошел. А, то есть его можно все-таки пройти. Забавно. Так, а это... А, ну я просто заменяет. Ну понятно, понятно. То есть... Угу. А, можно... А, вот чё. Так, ну-ка. Ручка поганая. Так, ну-ка давай еще разок. Ну мы сейчас... Это больно. Ой, недолет. Упс. Минутку. Ой, бляха-муха. Нет, нет. Продолжаем. Ай! Это больно. Блин. Да уж, действительно, это больно. А что это? Я же гоу вроде нажал. Или нет? Я же назвал гоу. Бонус за стиль. Бац. Есть. Пошел, пошел. Застиг.
Бонус со стиль. Блин, а чуть-чуть не доехал, да? Черт. Прям вот. Ой, какая няша. Единорожек. Осталось только Hello Kitty купить, да? Еще раз. Но у меня есть подозрение, что нужно, да, машину помощнее. Я сейчас вот эту дотюнингую до упора. Ой, пардон. Бонус за стиль. Суперкомбо. Бонус со стиль. Размазал. Суперкомбо. Знаешь, чуть-чуть неадекватно реагирует, да? Бонус за стиль. Ну. Задумался и не сделал того, что было надо. Заново. Бонус за стиль. Суперкомбо. Есть. Суперкомбо. Падла. Бонус за стиль. Бонус за стиль. Чуть-чуть не доехал, а? Блин. Да что ж такое? 460. Все, последний. Hello Kitty. Ну прям просто няша-няша. Не, почему давать еще раз? А что, давайте Хэллоуин попробуем. Точечный по тыкву повсюду. Да, давайте попробуем. Мне сейчас надо купить следующую машину, собственно говоря. Thank you.
Не совсем понятно, значит, тыквы. А, все, что ли? А, ну ок. 48 баксов? Че, серьезно? Я всего-то не сбил. Минуточку. Сейчас ведьму заметил. Около луны. Ну что-то. Зомби бит 17 из 18. 14 из 17. Ну не, ладно. Так. А сколько мне денег, кстати? Нет, продолжаем что. Так. Стрим, да? Сколько мне денег? 200. Давайте заработаем на следующую точку. Не пойдем воевать. Блин, это реально весело. Блин, все равно такое впечатление, что когда не нажимаешь этот газ, да, даже в воздухе, он как будто замедляется. У меня кончился оружие. Красиво, черт, получилось, смотри-ка ты. Блин, смог все-таки. Экстрим 1 и случайно, это все дополняшечки. Так. Ну, надо пройти, я думаю, что. Подождите. Нет. Это же первый, друзья. Так. Блин, 15-17 опять. Зомби бил всех. Тыквы. Блин, что ж такое, а? Ну ладно, хрен с ним. Давайте случайно еще попробуем. Пустыня. Давай попробуем. Не знаю, что это такое. Случайным образом уровень сгенерированный.
А, ну, видимо... А, дошло. Каждые сутки сгенерируется случайный уровень, да? И тут чисто денежек подзаработать. Все, все, все ясно. Дошло. Хе-хе. Давай. Даже вот под горку она замедляется, когда не нажимаешь В. Тут написано типа экономьте. Даже накатом она. Бонус за стиль. Получилось? О, как классно. Здорово, прошел. Хе-хе. Так, и денежку заработал. Ну что? А, следующий. Понятно. Ну, Хэлл у меня не прошел. Давай на второй уровень. А что? А что это такое? А, одна птица. А, вон еще что. А тут звезды какие-то. Да хрен его знает. Пошли. Че? Так, ну сразу топливо. Без вариантов тут. Просто. А, блин, тут штуку надо было, да? Так, ну сейчас секунду, прищепим в гору. Все, поехали. Броневичок. Пошел. То еще нужно еще и всех зомбаков желать передавить. Интересно. А броневик намного лучше себя чувствует, я смотрю. Давай, 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 приятель. Жми. А броневик также на одной мини подрывается, или ему все-таки, например, бонус две уже надо? Любопытно. Так, давай, 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 давай. Давай, давай. Бабах! А, вон еще. Это такая тормозилка. Ну, такая мощная тормозилка. Странная. Бонус. Или это все-таки ее надо сбить, и тогда у тебя появится трамплинчик. Это я не совсем понял. Слился. Неправда. Чё ты так сразу слился? Да. Опа. Так. Так, один пулемет надо, наверное, всё-таки, да? Всё, так, поехали. Пока проходим. О, хорошо стреляет. Да ты охренела, а? Кусок автобусного дерьма. Блин, охренело. Да, после установки колес-то намного лучше себя чувствую стал. Заметно. Но через тот... Ага, точно. Через тот, тот самый, через ту яму я не перелезу. Слился. Слился, да. Чуть дальше улетел. Так, ну мне, да, нужно, во-первых, вот этот обязательно, хотя бы один. Дальше, по-хорошему, нужно больше топлива, да. Ну, топлива надо на максимум. Ого. Классно выглядит. Так, почему я не стрелял?
Хрен его знает. Хороший, блин, вопрос. Где-то тоже птица должна быть. Надо как-то научиться с ними разбираться. Потому что, во-первых, интересно. Что за это будет? Может, какой-то охрененный денежный бонус? Наверное. Есть. Есть. Пошли вон, чертовы камикадзе. Камикадзе. Блин. Птицу я понял, где она. Хорошо. Ладно. 479. А что у нас тут? Ну, тут уже дороже. Плюшки-то стоят. Мягко говоря. Так, ну, действительно, берем вот это обязательно. Сейчас, наверное. Слушай, 150. А, 119. Ёлки-палки, я что-то смотрю. Ты балбес. Как-то тут надо уметь делать... Вырубка. Одного зомби пропустил. Вопрос, насколько это плохо. Слушай, реально непонятно. Так. Давай-давай! В ритм. Скоряшечка небольшая. Подразумевается, видимо, ну там нарисован какой-то этот, как его, переворот. У меня все кончилось. Чё-то я не пойму. А на птицу получается... Получается, на птицу надо напрыгнуть, что ли? Видимо, да. А как? То есть её надо корпусом задеть, а не пулемётом. Хм. Топливо на исходе. Понятно. Топливо уже кончилось, хотите сказать. Так. Интересное кино. Так, ну, во-первых, колеса. Это без вариантов. Вах, красавчик. Во-вторых, пулемет. Т-93. Мне даже на дешманское не хватает. Ладно, поехали. Вах, красавчик. Есть. Опа. Хм, допрыгнуть до птиц. Интересно, как? Видимо, поставить машину прямо на попа. И... Хм.
Видимо, невидимо. Бонус за стиль. Отпускать даже в таких ситуациях нельзя. Не здесь. Птичку жалко. Есть! Ха-ха, понял. Хорошо, ладно. Бонус за стиль. Хорошо, с птичкой, по крайней мере, стало... Что-то понятно. Не хватило. Чуть-чуть не хватило. Ладно, 94-83. Окей. Так, что у нас? Во-первых, ускоряшка. Во-вторых, патроны. У-ху! Красота! Не броневик, а просто красота. Вот здесь не надо прыгать. Ну, получается, одного зомбачка пропускаем. А это неправильно. Нужен какой-то переворот. Это больно. Да, то есть тут такого переворота вряд ли получится. Хм. Да, здесь будет больше всего, что сделал сальто, да. Понятно. Сальто. Сальто, мортальто. А где ж его делать-то? Тут наверняка есть какое-то отдельное, прям четкое место, где можно его сделать. Сто пудов уверен. Тут... Сто пудово. Пулемет можно еще и на подъемах использовать. Уже тесты не очень мешали. Наш тупанул. Обидно. Как ни. Бонус за стиль. Размазал. Ха, нифига себе. Прикольно. Доехал все-таки. Прям на самых-самых. Так, 43. Зомби убито 117. Звезд что-то опять. Что-то непонятно мне, честно говоря, с этими звездами. Как это работает?
Стрим 1. Ой, так это ж двиг... Нифига себе, карта-то оказывается здоровенная. Давайте Хэллоуин попробуем. Так, у нас 706... Нет. Ради так... Ой. Нет, подождите. Чё? Почему? Ну вот. Понял. То есть в этом... Ясно. Давайте попробуем. Мне эти тыквенные темы не очень нравятся, честно говоря. Она коротенькая, и тут как бы 13-15. Ну да, где-то так все плюс-минус у меня так все время получается. Ай, ладно, нафиг. Серьезно, мне не нравится этот Хэллоуин. Хрен с ним, давайте. Экстрим 2 пройдем тоже. А экстрим 2. Ага, ну то же самое, да, логично. То есть, как бы ты можешь проходить только на соответствующих машинах. Логично. Бонус за стиль. Я, кажется, понял, где можно сделать сальто. Надо будет попробовать. Странно только, что эти нельзя ломать. Ну, как их называют? Автобусы? Спасибо. Суперкомбо, это приятно. Ах ты ж, не долетел. Чуть-чуть. Ну ладно. Зато на наклейку накопили. Так, здесь зомби. Пусть... А, что? Даже денег не хватило. Даже не накопили, ёлки-палки. Шёл вон. Бонус за стиль. Получилось. Ну, экстрим-то понятно, как бы, вот. Бонус за стиль. Нет, ломаем с пушки. Суперкомбо! Из-за всяких, так сказать. Так, ломаем. Да, вот здесь я пошел и срезался. А, пулемет кончился. Ну, блин, вы чё? Обидно. А
пошел вон. Чуть-чуть ведь не доеду, а. Прям самую малость. Нет, доехал! Доехал! Ха-ха! На пустом байке доехал! Есть! Красота! Не ожидал, честно, блин. Класс. Так, ну чё? Блин, ну чё-то как-то не набрали. Дайте уровень 2. Да почему птицу не засчитали? Чё-то понять не могу. Я же сбивал её, паразит. Так, чё-то мы вот этих... Наклеечки того... Не набрали совсем. Надо еще 1000. Давайте наберем. Заберем наклейки. И в следующий раз. Сейчас попробуем всех зомбаков сковырять. Бонус за стиль. Спасибо. Мы такие, да, мы стиль. Я только не помню, где тут птица будет. Где тут изобразить этот? Может, здесь попробовать? Ну, просто, если с трамплинов так вспоминать, то что-то особо есть. Тут на этих трамплинах как-то долететь бы. Тут немножко не до трюков, не до этого. Вот здесь можно, да, вот здесь можно на втором, получается. Размазан. Птичку жалко. Я, блин, зомбаков напропускал. Ну, птичку, да. О, одну звезду дали. Вот так даже, да? То есть, типа, за птичку. Так, секундочку. Я понял, да. А, вот птицу засчитали. Ладно, это... А может, это попробовать? А здесь можно быть на этом? Да, можно. Слушайте, давайте. Так, тут надо, значит, один переворот сделать и одну птицу. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Что из этого получится? И получится ли? То есть нам нужно какое-то трамплиновое место. Птичку жалко. Вот так. Ну да, с птицей я вообще угадал. Я не видел ее, честно, я просто сальтушку сделать хотел. Так, и здесь задача всех, так сказать, теперь уже перековырять. А может еще одну сальто сделать? Может быть. Почему бы нет? Единственное, что непонятно, мины можно уничтожать или нет? Вопрос. Так, вот не особо не страдаем. Размазан.
Так. Уже не пройду. Нет, пройду. Есть. Двойное сальто даже было. Эй, а чё? Почему? Всех зомби убил. Эй. Типа первоуровневые, что ли, машины надо проходить обязательно, чтобы засчитали. А ну-ка давай. Нафиг. Сейчас проверим. Давайте. Может, действительно надо именно этой машиной делать? Может быть. Это, по-моему, визуально побыстрее, да? Нет уж. Бонус со Steam. Так, помним, да? Крутой подъем вверх. Птичку жалко. Сага. Есть. Я пытаюсь как-то экономить топливо, но... Типа что, допустим, как только он отрывается от земли, не нажимать, например. Ну, то есть, ну, как-то, короче, делать это. Все нормально. Просто замечательно. Проехали. Ну, сейчас должны двойной сальто. Есть! Сделал! Три звезды аж получил. Ё-моё. Так, а это все, да? Все, просто вот 100%. Полностью. Так, а тут у меня что? А тут у меня... А, тут я сальтушку не сделал. Слушай, давайте попробуем. Действительно. Попытаться-то надо. То есть надо одно сальто. А где птица? Кто? Это проблема, что я тоже не помню уже, где здесь эта птичка находится. Но где-то она должна быть. Да. Где-то она есть, это точно. Сальтушку сделали. Вот реально такое визуальное ощущение создается, что каждый раз, когда отпускаешь скорость, он начинает тормозить. То есть даже в воздухе. Как будто он затормаживает, даже на спуске притормаживается. Где ж птичка-то, а? Я помню, что после какого-то крутого подъема вроде как она... Вроде как она должна быть. Может, здесь? Птичку жалко. Можно было и сальто сделать. Со
размазал. Есть. Доеду? Да, должен, доехал. И все выполнил. Три звезды. Есть. Еще одна. Красиво. Хорошо. А, подожди, как? Почему? Две звезды. Где? Твою ж налево. Я где-то зомбака прозевал. Чтоб тебя... Да вы издеваетесь. Нет. А где ж я зомби-то прозевал? Все выполнено уже, блин. Слушайте, а может там, где сальтуху крутил, а? Бонус за стиль. Думаешь? Может быть, конечно. Сальто! Да, кстати, может быть. Где-то? Вполне вероятно, что вот тут одного я и прозевал. Интересно. Одного прозевал. Надеюсь, что это было именно там. Скорее всего, да. Один. Одного я там раздавил, видимо. Там другого не хватило, так сказать, слегка пороху. Ой, здоровье. Здесь я не подпускаю одного зомбака. Бонус за стиль. Как думаете? Размазан. Вот! Блин! Черт! Здесь подпускаю. Твою ж налево, а? Бонус за стиль. Нет, тут можно не прыгать. Вот там, где птичку жалко, там и надо прыгать. Так. Скройся в туман. Отлично, доехали. Ну сейчас-то все уже. Птицелов? Да ладно. Ну. Есть! Все выполнено. Да уж, блин, ну это...
Это веселая игрушка. Ладно, будем понемножку проходить. Ну а пока что всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Делитесь этим видео в соцсетях, друзьям о нем рассказывайте. Ссылка на плейлист на поддержку канала и на группу ВКонтакте, как обычно, писать под видео. Ну а пока всем пока-пока и до встречи в следующем эпизоде нашего зомби-дерби. А, два даже, это вторая часть, как первая есть. Блин. Ну ладно, раз уж начали во вторую. Наверняка первая то же самое, просто фишек немного меньше. Наверное. Ну, собственно, как с Rock of Age. Ну ладно, все. Всем счастливо.